Глотов. Пока один. Закладывает вираж в зоне соперника. Вырывается на оперативный простор. Мощный бросок от Глотова. Но прям в Кульбакова, который так заранее выдвинулся из ворот. И поймал шайбу на себя. Вот момент. Камалов один. Одинешенек. И празднует успех. А там уж пополнение в семействе у кого-то. 4-2. Айда Камалов. Ну, вот к чему я и говорил. Да, многовато позволяют нижегородцы. И сегодня, конечно, здорово создают моменты трибушцы. Опять же, здесь из-за ворот рикошетом Камалов направляет шайбу в сетку ворот.